По инициативе учредителя компании UNICERF Нургазы Садбаева было открыто хирургическое отделение на базе UNICERF Medical Center. На сегодняшний день аналогов таких отделений в Казахстане нет, так как другие частные клиники в стране не берут на себя такую ответственность. На сегодняшний день ведущее медицинское учреждение продолжает совершенствовать свои услуги. Теперь на базе клиники работает собственное отделение хирургии с самым современным оборудованием. Для населения доступны урогинекологические и эндоваскулярные операции, в том числе по ОСМС. Операционный блок и профильный стационар на базе ТО UNICERF Medical Center вступил в активную фазу работы. Теперь здесь можно получать высокотехнологичную современную медицинскую помощь. Для этого была проделана большая подготовительная работа. Для направления урогинекологии приобретен аппарат эндовидеохирургии, позволяющий проводить максимально щадящие вмешательства. Специалисты уже сделали ряд операций. Сегодня была проведена эндоскопическая хирургическая операция в гинекологии по проблемам репродуктивных женских органов. И в дальнейшем данные операции будут продолжаться как по рамке ОСМС на бесплатной основе за счет государственного заказа, так и за счет средств пациентов на платной основе по желанию. Также в клинике оборудовано отделение реанимации и интенсивной терапии. Клиника оснащена на уровне европейских стандартов. Специалисты располагают самым современным оборудованием для проведения хирургических вмешательств. Одна из самых востребованных операций – удаление аденомы предстательной железы. Это новейшие технологии, без разреза. Также есть у нас лазерная система для дробления камней. Проводим операции по поводу мочекаменной болезни, это контактная литотрепсия, камни мочеточников, камни мочевого пузыря. Также в медицинском центре проводятся операции по поводу кист почек, по поводу гидронефрозов, это врожденные аномалии развития. Кроме того, в ТО UNICERF Medical Center оборудован стационар, где проводится консервативное лечение больных пилонефритом, циститом, воспалениями предстательной железы и другими урологическими заболеваниями. Екатерина Шмидт, Алтынбек Майкенов, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.